снова всем привет! Вы на канале ОНБ. И мы ведем свой репортаж сегодня с Альпийских гор. Я тебе шубу подарил? Подарил. Зимние сапоги подарил? Подарил. Вот и иди за сыном в садик. А ты чего? А я-то в чем пойду? В трусах и с пенкой для бритья? Ты кандидат. Вчера мы закидали все полиэфиркой. Полиэфирочка растянулась, похоже, на шкарлупу яичка куриного. Классная штука. И сегодня мы будем это затирать. Для чего мы используем проявочную пасту? Проявочную пасту мы будем использовать вот такую. Данная пудра от 3M. Наносим пасту, в принципе-то, на саму деталь. То бишь пасту не жалеем, втираем ее во все интимные места. С любовью и лаской, правильно? Ну и в лучших традициях old school. Сегодня мы будем пользоваться рубанком. Рубанок у нас гибкий, эластичный, для того, чтобы он держал форму. Форма у нас эллипсовидная. И гибкий рубанок позволит нам ее сохранить. А длина самого рубанка позволит нам правильно сделать плоскость. Верно? Да, капитан. Верно. Шкурка 240. Для одаренных мужиков я знаю, где у вас находится шкурка. Но если вам удобнее, наждачная бумага или абразив. Ну чё, пошла жара в хату. Прикладываем чудо-девайс к детали, так, чтобы рубанок хорошо прилегал и повторял плоскость. И начинаем дубасить нежно и с любовью. Ну и, господа, мы видим, как работает паста. Да? То есть она остается во всех косяковых местах в глубине. И то есть пока мы не выровняем, пока мы не сотрем с детали всю проявку, деталь у нас считается неровной. Да? То есть, по идее, мы убираем лишнее до уровня самой нижней точки, до уровня самого нижнего косяка, то есть на глубину его. И когда у нас вся паста уйдет, значит деталь у нас выровняется. Бампер уже готов, мы его практически зачистили, но увидели здесь вот такую вот трещинку, что нас не сильно обрадовало, но это не великая проблема. Гораздо сложнее, когда эта проблема появляется после первого слоя лака. Многие думают, что да, что грунт скроет вот эту вот трещину. Нет, ребята, не тешьте себя надеждами, счастья не будет. И грунтом данная фигня не уберется. Она только, наоборот, сделает
Да, она может залить там сначала, да, но когда вы будете замывать или уже при покраске базы у вас эта фигня вылезет, а хуже всего, когда она лопнет уже, когда вы отдали машину, клиент будет мыть машину, и у него образуется такая трещина. Это косяк, косяк с вашей стороны, тем более будет видно, что ни удара по бамперу не было, ничего, бампер тупо лопнул, может быть, даже от керхера. Так что не тешьте себя надеждой, хотя бы просто пропаять, зачистить все это, перешпатлевать, и тогда будет вам счастье. Потратьте немножко времени, но сделайте работу качественно. Не надо прятать такие косяки, вы их не спрячете. Ну и начинаем пропаивать, заранее все прочистив. Чем глубже вы пропаяете, тем больше вам будет счастья. Подтягиваешь вверх? А? Вверх подтягиваешь? Вверх, да, подтягиваю, конечно. Сейчас мы это все пропаяем, лишнее сточим. Еще раз говорю, соточка паяльник самый удобный для работы. В том плане, что он быстро прогревает. И не надо долго ждать, мучиться. Потихонечку пропаиваем до конца. Шаг желательно делать мелкий. Чтобы пропаялась вся длина, правильно только? Угу. В принципе, можно это и электродиком сделать. Ну, я имею в виду. Ну и теперь берем болгарку, лепестковый кружок и чуть-чуть снимем. Будем использовать по пластику от линейки Кузов. И сейчас наша задача стянуть те косячки, которые у нас образовались после пайки. Стираем сначала в сами риски, которые у нас есть. Прям хорошо промазывая, чтобы у вас не было воздушных пузырей. Где-то если пузырится, вот так вот, хорошенько воздух выгнали. Иначе даже потом, если у вас визуально нету пузырей, они могут появиться позже. Прокатываем несколько раз, не пытайтесь с одного раза все закатать, чтобы все было красиво. Чем дольше вы прокатаете, тем больше вероятности качественного нанесения. Мы берем абразивный материал, наждачную бумагу, номер 240. В последнее время мы используем Sunmite. Очень экономная и режет она просто замечательно. Затираем. Ну, замотовываем бампер и готовим его к грунтовочке. Ну и Кристина тоже уже заканчивает подготовку. И начинаем грунтовать.
Да? Аллилуйя! Красота! Молодец, Кристина. Как курочка смотрит. Грунтовать будем ФЛГ-5, дюза 1,8. Ну и погнали. Кристина готовится, одевает морду лица. Сегодня все. Здоровья всем крепкого, настроения бодрого, добра и бабла.